делу рабочая неделя, а потехи – выходные. Предлагаем совершить ускоренную эволюцию и, подобно ящерице, прямо сейчас отбросить хвост тяжелых мыслей и незаконченных дел. Избавившись от всего лишнего, налегке отправляемся в виртуальное путешествие в параллельные миры кинематографа, шоу-бизнеса, литературы и развлечений. Вы смотрите программу «Арт-навигатор». Меня зовут Анна Ельникова. Всем здравствуйте! Рекламы, как и люди, бывают серьезными или легкомысленными, закомплексованными или же дерзкими, но чаще всего скучными. Прямо сейчас разрушим стереотип о плоской и бесполезной рекламе. Прервемся на рекламную кляузу. год. Менее 15 лет назад появился первый самолет. Сначала он казался чудом, потом был аттракционом. А теперь это невиданное и оттого вдвойне опасное оружие. Лишь 3 года назад на летающую машину впервые был установлен пулемет. Кем кажутся летчики простому народу? Героями, безумцами, звездами, полубогами? Предлагаем вам самим выбрать и исполнить свою роль в грандиозном военном спектакле. Новой авиационной игрушки для геймеров «Война в небе 1917». Первая мировая война – интересное время для авиации. Еще нет мощных бомбардировщиков, а господство в небе не обеспечивает преимущество на земле. Военноначальники уже оценили потенциал воздушных машин, но все-таки в тактике слишком много экспериментального. Пилоты широко известны на родине и соревнуются в популярности со звездами немого кино. Возможно, вся эта романтика и привлекла московскую компанию «Неокуб», которая стала разработчиком новой игрушки «Война в небе». За штурвалом биплана в обстановке Первой мировой войны игрок выполняет такие задания, как разведка, перехват, сопровождение бомбардировщиков и штурм позиций противника. Место и время выбраны удачно. Переносясь в те годы, можно рассказывать не только о железе, но и о людях. Это очень важно. Игрушка вышла в свет 7 мая в 2 комплектациях – обычное издание и коллекционное, с клубной картой, руководством пользователя и значком с логотипом. Американский рэпер Eminem недавно представил клип на новую песню «We Made You», в котором он, как всегда, высмеивает нескольких популярных исполнителей и знаменитостей. В числе жертв Eminem оказались певица Эми Уайнхаус, ее бывший муж Блейк Филдер Сивил, поп-исполнительница Бритни Спирс, актриса Линдси Лохан, губернатор Аляски Сара Пейлин, актриса Дженнифер Энистон,
певица и актриса Джессика Симпсон. В клипе также снялись давние друзья и соавторы Эминема, 50 Cent и Доктор Дре, выступивший продюсером песни. Сам Эминем появляется в эпизодах, пародирующих сцены сериала «Звездный путь», фильма с участием Элвиса Пресли «Тюремный рок» и картины «Человек дождя». Режиссером видео стал Джозеф Кан, снявший в 2002 году клип на песню Эминема «Without Me», который был признан MTV лучшим видео года. Одновременно с видео вышел сингл «We Made You», предваряющий выпуск 6-го альбома рэпера «Relapse», дата релиза которого назначена на 15 мая 2009 года. Маршал Брюс Мэттерс III, более известный под своим сценическим псевдонимом Eminem и Slim Shady, обладатель премии «Оскар» и «Грэмми», родом из Сент-Джозефа, Миссури. По всему миру продано свыше 70 миллионов копий его альбомов, что делает Eminem одним из наиболее продаваемых музыкантов начала 2000-х и одним из самых лучших рэперов за все времена. Eminem имеет скандально громкую репутацию, и вокруг его текстов всегда происходит множество споров. Несмотря на успех его нашумевшего альбома «The Marshall's Mothers» и 4 номинации на Грэмми, такие критики, как «Glad», объявили его стихи в гомофобии и женоненавистничестве. Нобелевский лауреат Симус Хини наградил Маршалла за его вербальную энергию и за его вызывающий интерес в народе, поэзию и лирику. Checking me out, and baby, you know you want me too. Don't try to deny it, baby, I'm the only one for you. Перемещаемся в нашу виртуальную библиотеку, в которой регулярно появляются последние книжные релизы писателей со всего мира. В начале марта в России на полках магазинов появился новый 12-й роман популярного бразильского писателя Пауло Коэльо. Победитель остается один. В этой книге, на удивление многим поклонникам автора, он предстал в новом свете, отойдя от своего привычного жанра эзотерической притчи. Одним из самых интригующих аспектов нового романа является то, что автор решил вплотную изучить Россию и русских. Ведь главным героем его книги стал бизнесмен Игорь Далев. Пауло Коэльо описывает историю миллионера, который после того, как его бросила жена, одержимый жаждой мести, отправляется на Каннский кинофестиваль, где он задумал осуществить не одно убийство. «Темза. Священная река» – так называется новая книга британского автора Питера Акройда, которую уже можно найти в книжных магазинах. Питер Акройд, написавший ранее биографию Лондона, воспринимает Темзу как культурный ландшафт, полный метафор, позволяющий ощутить себя частью чего-то большего. Следуя повествованию, автора Темзы воплощает собой сам английский характер, является символом страны, по которой течет. Питер Акройд знаком читателя по романам «Большой лондонский пожар», «Английская музыка», «Дом доктора Ди» и литературно-биографическим книгам о Чарльзе Диккенсе, Оскаре Уайльде, Уильяме Блэке и других эксцентричных знаменитостей. Духовный иммунитет нужно укреплять положительными эмоциями, радостными новостями и волнующими знакомствами. Не теряйте времени на выходных, активно займитесь энергетической зарядкой, смехотерапией и романтической медитацией. С новой порцией витаминизированных новостей мы с вами встретимся ровно через неделю в рамках программы «Арт-навигатор» на канале RTVI. Счастливо!